Это первая игра в сезоне между двумя принципиальнейшими соперниками. Нас сегодня ожидает очень и очень интересная игра. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Скорость игры. Состав сборной Франции. А вот сейчас нам показывают игровую схему команды. Да, я думаю, что в этой схеме плеймейкер справится и не оставит форвардов на голодном пайке. От него очень многое зависит. Далглиш. Отличную передачу делает Далглиш. Великолепно исполненный пас в разрез. Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается забить, и это очень весомое преимущество на старте. 1-0. Сейчас будет веселее. Домашняя команда готовит искусственный офсайд. Ну, тренер четко указал тактику. Будут ловить. Матюди. Без мяча остаются они. Уверен, он сыграл сейчас. Пас Марадоне. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Смещается в центр. Эрнандес. Поль Погба. Нголо Канте. Мбаппе. Дембеле. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Роналдиньо. И как он дальше мячом распорядится? Зидан. Забивать нужно! И мяч залетает в ворота. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Где же удар? Отражает удар Льюрис. Дембеле. Отличный шанс есть для контратаки. Мяч потерян, и на этом контратака их заканчивается. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Арбитр назначает штрафной. Марадона контролирует мяч. Играет он на партнера. Зинедин Зидан. Катают они мяч. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Мбаппе. Тащит мяч вперед он. Вот эта передача от Гризмана пошла. Неплохая попытка сделать парашютик, вот только к месту ли. Чудовищная просто ошибка вратаря сейчас, и может она гол в его ворота привести. Тут его накрывают. И мяч на фланг отправляется. Хорошо разыграно, навешивать надо. Но теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Защитники хозяев в линию расположились. Они явно готовятся создать искусственное положение вне игры. Блез Матюиди теряет мяч. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Рикошет, мяч уходит за пределы поля угловой. Он подает в центр штрафной. Еще один угловой. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Отдает он передачу. И что дальше тут будет? И пробил! И Льюрис в игре. Справляется он с этим ударом без особых усилий. Потерялся вратарь в этом моменте. Накажет его соперник за такое. Очень грубо вратарь ошибся в этом моменте, но сам же смог исправить свою ошибку. Да, молодец он сейчас. А если бы допустил ляп, то представляешь, чтобы о нем говорили болельщики. Маттео с мячом. Мяч у соперника теперь будет. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны.
Кенни Далглиш. Отличную передачу делает Далглиш. Юарис великолепно играет и в непростой ситуации спасает свою команду. Разыграть угловой решили через пас. Антуан Гризман. Не смогли они мяч удержать. И как он дальше мячом распорядится? Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стал для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. В очередной раз нам показывают подтверждение превосходства одной команды над другой. Статистика красноречива, и очень хорошо видно, что скорее всего... И этот штрафной может быть очень опасным. Быстро он возвращает мяч. Какой момент! Нужно бить! Удар! И над перекладиной мяч пролетает. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. И разрезающий пас на ход. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. Н'Голо Канте. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Кенни Далглиш. Легким движением ноги оставил соперник. Это шанс! Забивай! Забирает мяч. Завершился первый тайм, но... Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, он интереса уже не представляет. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Кенни Далглиш. Справляется с ударом Льюрис. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Отличный шанс есть для контратаки. Дембеле. Он накручивает соперников одного за другим. Кажется, игрок уже видел мяч в воротах, вот только о вратаре он забыл. И очень зря, как раз вратаря-то переиграть ему сейчас не удалось. Катают они мяч. Далглиш. Пас в направлении Пеле. Великолепный гол! Поднят флаг арбитра. Офсайд. Н'Голо Канте. Погба. Мяч у соперника. Дембеле. Десаи в отборе. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Отдает он передачу. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. И туда, на дальнюю подачу пошла. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. Рональдиньо! Какую передачу он отдал. Отражает удар Льюрис. Н'Голо Канте. Дембеле. Кингсли Коман. Антуан Гризман. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Марадона с мячом. Опаснейшая проникающая передача. Но здорово разобрались с ней защитники. Зинедин Зидан. Кенни Далглиш. И удар Далглиша. Перекладина спасает. Классный отбор. Можно играть. Момент недавно для гола был потрясный. Но вратарь сыграл просто блестяще. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации и завершить контратаку с забитым мячом? Лотар Матеус в игре. Далглиш.
Кенни Далглиш. Зинедин Зидан. Может получиться интересная атака. Какой опасный удар получился. Мяч разминулся со штангой в каких-то считанных сантиметрах. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Мбаппе. Не дает этой атаке развиться. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Опасно это может быть. Тут может что-то получиться. Справляется с ударом Льюрис. И какой сейф в исполнении Льюриса. Легким движением ноги оставил соперника. Не удел. Зинедин Зидан. И у соперника теперь мяч. Правым Н'Голо Канте. Великолепный пас. Не доходит мяч до адресата. Роналдиньо. Лангле. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. И что дальше тут будет? Ну же давай! В перекладину мяч попадает. Прекрасный навесной удар. И как здорово вратарь играет сейчас. Не стал он подавать через пас угловой разыгрыв. Играет он на партнера. Вводит мяч у них. Передача на Зинедина Зидана. Играет в пас команда. Теряет мяч Поль Погба. Отдает он мяч партнеру. Катают они мяч. Около 8 минут до конца основного времени. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Кингсли Коман. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Роберто Карлос мяч отнимает. Роналдиньо. Мяч у Марадоны. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Потерян мяч и захлебнулась на этом контратака. Роналдиньо! Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Можно бить. Защитник молодец просто. Как здорово сыграл. Ну что же, игра завершилась. Первая игра между двумя извечными соперниками. Couldn't help us, we had hamburger helper. When you want it done right, you gotta get it for yourself, huh?
close the door and feel the vibe. We get macaroni and cheese, collard greens and chicken inside. Can't forget the cornbread, talking with the old heads. Mama dancing to some loud green. My auntie Joyner and my daddy said, go ahead. Why you shine up his pinky ring? Don't forget to close the screen. Come on in, close the door and feel the vibe. Математический расчет в этой игре предельно ясен. Они отстают от своего сегодняшнего соперника на 3 очка. И нужно победить, чтобы с ним сравняться. Все просто. Давайте о составе хозяев поговорим. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Нам показывают состав команды гостей. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Пас на фланг. Майкл Эсьен. Классно он мяч перехватил. Отлично игру прочитал сейчас. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Бьет по воротам. Команда продемонстрировала свое умение застигнуть соперника врасплох внезапным контрвыпадом. В данном случае все было разыграно на высочайшем уровне. Домашняя команда готовит искусственный офсайд. Ну, тренер четко указал тактику. Будут ловить. Можно провести контратаку. И как он дальше мячом распорядится? Отдает он передачу. Мяч у Бобби Мура. Зинедин Зидан. Теряют они мяч. Роналдиньо. В атаку они переходят. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата.
И открывается партнер под атаку. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Играют они в пас. Рональдиньо с мячом. Гол! Гол! Гол!